have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Всем здрасте. Доброго времени суток. Итак, долгожданная, долгоочекуемая, долгоэтоваемая, долгоиграющая баротравма. Опять на ваших экранах, уж не знаю, соскучились, не соскучились, нам тут интересно, мы вернулись. Чем мы сегодня будем делать? Мы? Выживаем. Понятия не имею. Не, выживаем мы постоянно. Иногда еще нет, нет, не мы. Вам везет, я нет. Почему у меня... Погоди, почему у меня топливный стержень с собой? Мой геймплей просто имба. Я только сейчас... Жесть, смотрю, мне, я просто смотрю на него. Я считаю, что все должны посмотреть, как чем я накрылся, лежа в кровати. Тайком этим огромным. Да. Лососем? Да. Валяюсь. Валяется с лососем. Это акулы из Икеи. Капитан! А, кого? Чёрт! О, чёрта! Вот это я только что чуть не взорвал, нас к черту. Это Роффлс? Что? Капитан, когда мы плывем? Да мы уже где-то в море. Я хотел возле реактора выбросить стержень. И случайно закинул его в реактор, потому что. А чё он на полу не валяется? Пока нашел. Я, короче, бегу, он начинает подниматься по лестнице, я его за жопу кусаю, поднимаюсь за ним, он разворачивается на меня с дробовиком. Ага. Ну, обычно люди так реагируют, когда их кусаешь за определенные места. Итак, что мы... Да какого чёрта? Что это было? Чё это такое? Это не мы, ребята, это не мы. Это не мы. Это эти... Что это было? Я не знаю. Громовые кристаллы. Уходим. Да? Я сейчас на пушке сидел, второй я уже взорвал. Ух, я так обосрался. Офигеть. Бам. Нормально. Выдержали? А как плыть? Можете вот эту штуку спереди выстрелить? Ай, блин! Я стрелял! Фрум! Бум! В какую спереди? Я не вижу. Я разбил. Вижу. О, имба. Плывем. А сосульками этими не прибьет? Да я вот понятно, думаю, оно... Прям в окно, бам! Не, оно на задний фон уходит. Задний? Да. Что это за говно? Какая-то штука сверху, много штуков больших. Вспомни, ого, что это пролагало? Рил лагает аж. Что происходит? Почему рил так лагает сильно? Лаг где? Да ну и быстрее. А это Великое море, это тут... Сверху какая-то мигающая штука, очень сильно мигает. Я пытаюсь смотреть, но я не вижу пока что. Я не знаю, наверное, смотрите. Где же ваши ручки? Я, кстати, в ТикТоке напарывался на этот... Ну где же ручки? Короче, с голосом Нера. Как вы этот кринч смотрите, ребят? Да нет, рафляна. Где же ручки с голосом Нера? Это вообще имба. Он же это, того. Ему нужна рука помощи. Ему нужна рука помощи, да. Вы о чем сейчас? Я что-то не вдупляю. У Нера в пятой части нет руки. В пятой части чего? Devil May Cry. А, я еще не дошел до пятой. Пеночку, пятой части игры? Да. Да. Я просто сейчас анимешку смотрю. Ура! Какую? Первую? Похожие на... Первый сезон, да. Devil May Cry. Слева какие-то твари. Слева супер. Не наблюдаю. Почему я на правой пушке? Ты на задней верхней? Класс, знаете. Да. Пу-пу-пу. Ребята, наша задача... Ёперный театр. Это что, я теперь не могу просто... Они снизу. Так, нет. Ребят, не буду далеко отходить в капитанской рубке. Сейчас стыковаться, наверное, будем. Не будем. Стыковаться к нам будут. Они уже на борту. На борту? Сейчас я их... Шот еще. На верхнюю. Штук 5-6 залезли. 5, 6 или 7, 8? 9. О-о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 
Боеприпасов нету! Не тот ящик! Какой? Вот этот, пофигу! Вот этот в руки, сюда! Быстрее! Хоть немного боеприпасов!
Ну ставь! Поставил! О! О! Нас затапливает! На! Получай! Бес! А, это пустая! Они здесь! А! У нас капитан умер! Ух, ё-мо! А, это сдохло! Учай! Заучай! Мне в затылок не выстрелили только, а то я не переживу, наверное. Где о, же... Где же наши ручки? Большая распродажа. А сколько у вас жизней? На! Ну сейчас я дверь починю, мы от него уйдем. Все. Все, снес череп. Доедать надо. Нет, там что-то... Там я потом съем. У меня тут! Нельзя. Не разрешаю тебя. Закрываю дыры, иди отбивай. Рум, ты там как? Меня чуть застрелил. Не вымывает подводка. А, это мелкий, нормально, нормально. Да такое себе нормально. А мы на дно не упадем, ребят? Ну уже. Мы уже на нем давно, все нормально. А, все нормально. Сейчас червь приползет сюда. Да нет. Вот прикол будет. Ром, тебе, по-моему, плохо. Да, я знаю, нормально. Нет, не очень как-то. Надо сожрать что-то, погоди. Надо это... В них кровь есть, это, инопланетная? Да. Жесть ты, конечно. Конденсатор сейчас сдохнет, если мы не сольем воду. Ура. Если мы не сольем воду, у нас сдохнут щитки. Если у нас сдохнут щитки, мы воду не сольем. А как мне выпить ее, блин? На себя там вместо прогрыза тыкни. Я тебя замотаю, приду. Где ты там течешь? Не течи! Теки. Все, нормально, живой. На, бинта. Не-не-не, все, я уже сожрал кровь. Алло, так кровотечение не перестанет без бинта, что-то. Перестанет. Нет. Что это было? Это я башкой об пол ударился. Ты чем-то громко. Такой у меня шлем, я ж этот... Ребята, ни на что не намекаю, но сколько бы я не заваривал дыры и не чинил, что-то мы все равно сидеть как затапливаемся. Наверное, из-за дыр. Я стараюсь закрывать, ребят, но... Надо хотя бы от одного отсека избавиться. Ой, ну... Стреляйте с рельсотрона. Нет, а может у нас тут просто еще пассажиры есть? Нет, да, ну, нет. Съели. А слушайте, в балласте вообще класс. Иду починю, наверное, как раз на сушу. Не-не-не. Туда вода не затекает, да? Да. Затекает, откачивается, все хорошо. А, хорошо тогда. Просто там задние балласты, по-моему, я там тоже что-то... Офигеть, Рю! Один балласт, вода не затекает. По-моему, я напортачил. Да не, бред какой-то, ты о чем? Передние балласты в норме. А задних балластов в кривом пункте. Куда дурацко знаю. Мне кажется, или у нас там молох какой-то, я не знаю. Нет, никого нет. Я посмотрел, но вроде ничего не было. У нас единственная проблема, это кривая постройка лодки. А у нас эти бомжи не утонут, кстати? Какие? Ну вот он помирает уже. А, ну бывает. Земля пухом. Ну по факту, если его покормить, то нормально будет. Я настолько прокачанный инженер, что читаю уведомления в телефоне и чиню электронику. Ты, конечно, молодец, у нас, походу, есть небольшая проблемка. Да, то, что у нас вода в отсеке флексит, из-за этого я не могу учинить ничего. Да не, ну, нормально, у реактора почти вода кончилась, пофиг, что весь остальной отсек затоплен. Выползите кто-нибудь наружу, пожалуйста, почините внешнюю обшивку. Лезу. Она же баганая. Сейчас схожу. И не понимаю. Так ощущение, как будто у нас насосы не в ту сторону работают. Проверь. Нет. Мне впадло. Не проверишь? А тут темно.
Да. Посветите пушкой. Бывает такое. Да ладно, ладно. Главное, чтобы изнутри обшивка была целая. Нет, в моторном отсеке это не работает, там в любом случае все плохо. Ну это понятно, даже когда обшивка целая, там, ну не очень хорошо. У нас весь верхний отсек умер по энергоснабжению. Да, 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 я видел. Ой, нормально, так это попить можно. Ура! Так, хорош! Да мне пофигу, у меня этот хазбе лечит. О, вот это вот вообще пипец. Сварщик. Все отсеки нужно изолировать. А у меня ж нету баллонки дополнительных. Да. У меня есть один. Неполный еще. Так ты шкат, Фрум. Зачем тебе кислород? Для заварки. Чаю. А, чай. Тебя, по-моему, двигатель сбивает активно. Есть немножко. Ой, там, по-моему, вода перестала флексить, мы смогли. Прям тебе перевязаться. Тебе движком порезало. Стоять. У меня нет, но ты будешь пить кровь. Я тебе кровь, блин, напоминаю. Тебе добавили механического инженера, да-да-да. Механика. Я в этом шаришь. Жесть, в реакторе классно. Разворачиваемся, кстати. А ты-то же не заварил тут. Ты не проползешь. Ребят, в реакторе очень классно. Верим. У нас здесь тусовка теперь официально. Под реакторная. А как у нас двигатель работает при всем этом, если вся электрика? Я очень... А, ты про электрику. Так реактор работает. Я вот уже чинил. Да, двигатель к реактору напрямую подключен. Замкнуто, да? Двумя проводами. Да, лично замкнул. Замкнул лично. Коротко? Коротко? Если у вас короткое замыкание, просто удлините его. Гениально. Что-то орёт, стой. Гениально. Мы сейчас опять будем 10 лет вот это все чинить. Я потом сдохнем. Да. Ой, не-не-не-не, ребят, серьезно, я говорю, что-то орёт, а теперь еще и бодается. Да ну нафиг. Офигенный отсек слаг, просто аплодирую стоя. Так там вроде сухо было. Гляньте, похоже. Кто-то через перископ или пушки, что там нас бодает-то вообще. А так мы отсюда. Жесть, оно балласт лезет, ребят. А что там? Оно мне сейчас ноги не от... чуть не оторвало. Че это было? Я балласт залазу, мне как в этот стебанули по мне. А у нас вилка сыпется, что ли? Ты пострел? Это огромный шипострел. Ты нормально? Пока что. Критические повреждения. Меня что-то так долбануло, что я, по-моему, сдохну скоро. Рум, иди в медотсек, жри все. Ай! Оно живое! Или нет? Подожди, нет! Ай! Убили, нет? Нет, меня сейчас разорвут! И оно промазало, оно промазало, оно промазало. Ах ты, дресса. Я плыву до... Оно будет плавать вокруг, это же шипострел. Какое оно Найдер. Огромное. Одного убил. Одного? Их несколько? Да. Ну, ты, по-моему, течешь. Да. О, сумочки упали. Подтверждаю. А у нас заряда нет. А там огромный шипострел плавает. Рельсотрон, пожалуйста, переправьте энергию. Пожалуйста, переправьте энергию на верхний рельс. Я не могу. У нас наш дом свалил. Что, там наше... летел, что ли? Там наше чудо снаружи с ними плавает. Опс! Меня прибило шипом. Нужна зарядка. Нужна зарядка, короче. А ты на ресе ты сидел? Да, я на ресе, я на ресе. Ты видел? Я ее чиню. Нет, не видел. Блин, очень жаль. Я там с двухстолки по шпостаям шмаляю. Минус один еще. Посмоляй, пожалуйста, ремка. О! Энергия! Ребята, а мне кажется, Земля это абсолютно бесполезно в этой зоне находиться, в таком составе, как у нас.
Сванг, чё получил заряд бодрости и радиации? Вот жесть! Да я на молекулу ещё развалюсь! Кричишь, что наделал какое облучение! Я убил пострела огромного, а что? Круто, ты меня еще убьешь, и я умираю, я начал. Опять все это говно чинить. Рилка. Только теперь вдвоем Фрум умер. В смысле? Меня еще можно откачать. А, да? А. Сад, дуо, откачивай, быстрее. У меня жизни уходят, правда, потихонечку туда-сюда ресетятся, но уже чуть-чуть осталось. Фрум, а ты можешь рассказать, где ты? А, под медотеком. Вот, вы, я прям под тобой. Понял, понял. Иду. Там, у меня там нет пола, ты можешь насквозь проплыть. А. Да. Там нет пола вообще. Нашел? О! Держи! О! Они там уже внутрь стабильно ныряют. Кто мечтает быть пилотом, и, вероятно, смелый вид на тот. А жопу сам же ошьешь, я поплыл их убивать. Чем бы зашиваться? Ну ладно, сейчас посмотрим. Да там медотсек. Опять патронов нет. Я, короче, не могу, я этот кусок потолка сейчас оторву просто, у меня так бесит. Не нафиг, нам и так нечем чиниться. Мне еще отрывать там что-то собрался. Да, гигантский шипост. Нормально, что-то топ ввел, хорошо. О да, я его жопу украл. Не, пусть у него остается. Там шипоста стабильно стреляет из... под двигателя. О, ребята, шипостая. Шип. Офигенно. Драться может. Где еще один? А фиг знает, она под двигателем живет, по-моему. Ты только что я себя на флот хилил? Да, он под двигателем застрял. Готовы смотреть, как я ему хлебальник за столки снесу? Сейчас. Я быстрее пушку починю. Вот это оно? Где? Ай, меня током ударивает за то, что ты меня там отвлекает. Где оно? Расскажи. Жентик 2 здесь тусит. Оно под двигателем? Ну, оно под подлодкой, да, под двигателем. Вижу. Минус. Стой, а что там уплыл? О, сзади! Ай, больно. Собака. Ой, короче, пофиг, на пушке они уже не нужны. Я тоже его не вижу. Фрум, фонарик есть? Вон он. На, бот! Слушайте, ребят! Мне кажется, ненормально то, что я могу спокойно плавать по подводке, не обращая внимания на стены. Это нормально. Нет. Это понт нашей подлодки. Сзади рычит. Стен нет. Мы по полчаса сидим на ремонте. Чтобы под конец ремонта приплыли гады и оторвали нам все. Да-да-да, короче... На этом мы будем ставить паузу, потому что ремонт явно будет смотреть неинтересно. Вот, то, как нам задницу тут набивали, это было интересно, а ремонт смотреть уже неинтересно. Поэтому давайте на паузу и продолжим уже когда... Если и когда мы будем плыть дальше. Так, завтра. Мы, в общем-то, добрались до аванпоста. Дважды нас топили, дважды... Мы отбивались, латались. Короче, все хорошо. Время посидеть, отдохнуть. Напомню про Сизифа. Да. Вспомнилась легенда или миф про Сизифа. Миф про Сизиф. Звучит как что-то на французском. Какой-то мужик, ребята. Вы видите группу дебилов, играющих в кости. Они, короче, собрали кучку различных предметов, наверное, призы для победителей. Посреди этой кучки мы замечаем блестящую вещицу. Ясно, что она инопланетная и стоит, вероятно, больше, чем все остальное вместе взятое. Ага. Играть в кадик или нет? Давай. Нет. Короче, вариант. У него все наши деньги. Хорошо. Вариант играть в казино, отвлечь играющих и своровать вещицу. Да. Или пройти мимо. Не. Куда? Куда бежать? Вы я буду тебя прикрывать. Пожар, и быстро хватаете предмет в поднявшей суматохе, однако один из короче, меня ловят с поличным, вызывает охрану. Куда воевать? Еговы сепаратисты.
Беги, беги, а, это беги. Все протесты. Стреляй! Стреляй по всем! Не стреляй! Не стреляй! Подожди, сначала... Разрешите устроить... Сначала подлодку починят. Пусть они нам сначала подлодку починят. У меня патронов столько нет, чтобы участвовать в этой бой. Я пошел отсюда. Я хочу устроить скота... Ну вы поняли. На этой станции. Да-да-да-да-да. Ура, ребята, еще одна инопланетная безделушка. У нас же их не 12 штук лежит. Вы можете не устраивать на каждой первой станции. Че он несет? Зачем вы про это вспомнили? Потому что мне обещали еще несколько недель назад, что мы устроим. Ладно, ребятки, все, пока вроде как все тихо, спокойно, так что на паузу. Кого-нибудь. В общем, нет, ни разу не спокойно, и тут ребят хотят помножить на ноль всех, кто там находится, поэтому я не уверен, что хочу этим участвовать. Перед началом предлагаю взять парочку квестов. Можем. Вот ремонт всех стен возьмем, ремонт предметов. Что у нас здесь еще есть? Улучшение подлодки, что по улучшениям есть? Что по улучшению? Так, ладно, нет, нас это мало волнует. Нет, нас сейчас не волнует расстрелять весь экипаж, подожди, пожалуйста. Так, тут, короче, есть культисты, не трогаем их. Тихо, культисты, запись идет? Да, почему нет? Так, ищет, короче, подхожу к культистам, они мне такие, ищите работу, у нас есть кое-какие, скажем так, исследовательские материалы. Которые очень нужны в соседнем ванпосте. Доставьте их туда без лишних вопросов. И мы вам заплатим. Обязательно говорите таким голосом. Ну да. Конечно. Это чтобы максимально всрато. Добиться эффекта, хорошо. О да, биологическая угроза. Но правда нам не по пути, так что насрать. Можно устроить? Да. Я хочу тоже просто шмалять, пойми. Я тут самый миролюбивый, что ли? Блин, да там еще один чувак с квестами, я к нему тоже хочу сходить. Почему у меня персонаж как будто под наркотой? Почему как будто? Да потому что вроде бы под нет. Под солями. Ой, все, насрать, короче. Резня? Это ты? Да. Можно? 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 Рума, ты идешь там? Шо, куда? Зачем? Вперед! О, баллоны! А запись идет? Да. Ну я, ну ладно, я сейчас... Я запись идет! Я иду. Блин, у меня... Вы там начали фигачить, а у меня минус репутация сепаратиста. Это у нас у всех. Да. На, получай! Я умираю, ребята, я умираю! Они все горят, и я горю, я сгорел. Насмерть? Слаг, меня откачать можно еще. Нет, сейчас не будет, сейчас быть нельзя, я сгорю. А как туда зайти? Я сгорел. Ребят, предлагаю рестарт резни. Там культисты сгорели. Жесть. Ты кого откачиваешь, Фрум? Хоффман. А разве Николь Хоффман это не человек с нашего экипажа когда-то была, которая сдохла? Как она здесь оказалась? Надо будет, кстати, посмотреть. Ой. Блин, оно продолжает гореть! Гори! Кока-кола со вкусом банана. Со вкусом банана? О, слаг сгорел! Я предлагаю им реакторную сжечь. К сожалению, взрыв реактора он поста невозможен. Почему? Рестарт! Да ну ты ж... В смысле сгорел? Да я тебя там оживлял уже, в смысле сгорел. Ладно, рестарт. Ты не того. Нет, я слага оживлял. Я так-то сдох. Так у меня шло воскрешение тебя. А. Я в тебя даже какую-то штуку втыкнул. У тебя даже ничего медицинского с собой не было. Ты в меня нож там, ну, какой-нибудь. Кстати, ножа нету, к сожалению. Так, попытка. Ладно,
Я без не... зажигательных гранат. А у меня нет ничего. В смысле без. Ладно, ребят. Итак, ребятушки, возвращаемся. Ну, в общем, аванпост решили не сливать, потому что после двух попыток поняли, что дело неблагодарное. Мы слабые. Да. Ну, либо дело неблагодарное. Да-да-да, дело неблагодарное. Дело неблагодарное, да. Вот, и также сейчас мы оказались на глубине 5000 метров. Да, у нас под... еще 300 метров, и наша... Извиняюсь, блин, чувствую себя Риком. Быздоров. Так, что это? Ага, там. Он что-то орёт? Ничего хорошего. А патронов-то нет? Зарядите что-нибудь. Зарядите что-нибудь. Ну потому что я таскал ящики в прошлом. Вот он. Молотоглав. Офигеть, да, молотоглав. А у меня сейчас лента кончилась. Офигеть. Ну какой молотогнурик, какой кринж, а? Не кринж, а молотоглав. Я подъемы! Лесь, вы видели, как меня там это на лестнице раздет? Ну ага. Где ты? Ты вот этот вот плохой человек вот этот. Вот. Офигенная физика подлодки, просто что-то с чем-то. Ну короче. Боеприпасы. Вам. Скажи нафиг. Ай. Но мы будем стараться, Слава, хватай дыры. Да-да-да, третья пушка заселилась. Лопай дыры. Не, серьезно, если мы сейчас опять затопимся и будем опять получиться чиниться. Мы еще не полностью, по идее. Фишка в том, сколько хпшек у чудиков на этой глубине. На 54% больше. Вот. И где это чучело? Он испугался пока что. Офигенно. Он уже последний раз даже не ударил, просто развернулся и ушел. Слабый. Скилл мышью. Мы его встретили очень двумя очередями из пушек двух. О, вон он! А он, по-моему, это. Я пошел за патронами, стреляю по нему. О, да, горстка воды. А он все. Он больше не враг. А так? А так это я забираю с тобой и ношу это в общагу. О, с пацанами наедимся. Так, куда ж ты меня? Главное не начать огнеметом заваривать дыры. Потомки. Да, было бы. Так, еще нужно патроны на рейлган принести. Итак, нас тут оставили вдвоем останавливать корабль и... Надеюсь, я не сдохну. Пожелай мне удачи в бою. Если что, я приду там и всех сожгу. Не сожжешь. Фига тут. Тут сепаратисты живут. Ну, привет. Живут? Сжигаем? Где аванпост? Сверху, снизу? Снизу, конечно. Ой, ребят. Я лечу тут... уже жечь. Захватите бинтов. Я оставлю. Минус один. Пожалуйста, не ради... сжигай меня, болгар. Не сжигай. О, это ко мне. Ну, понял, наоборот. Вот. О, заработало. Мы можем, в принципе, оставить все как есть, но не... К сожалению, ты уже придешь на все готовенькое, тут уже никого в живых нет. В смысле? Я недоволен! Кто там не готовит? Я тебя чуть не сжег. Они на меня вывалились, куча, мне пришлось их убить. У тебя не было выбора, интересно. Да? Неинтересно, я разочарован, ухожу. Хочешь взорвем? О, привет, молотоглав. Да. Уходи, уходи, уходи. А ты засунул туда? Нет, у нас молотоглав, подожди. Не, он, в смысле, это старый молотоглав. Он просто, ребят, к, нам, он смотреть, просто будем... к нам утонул. Мы будем смотреть, как будет взрываться этот корабль сепаратистов. Это корабль или станция? Станция. Уходи оттуда, уходи оттуда, беги, уходи оттуда. Дебил, беги, ты взорвешься, тебя шотнет. Я знаю.
Я просто чуть-чуть ухудшить ситуацию решил, чтобы побыстрее. Ты идешь там? Да, я просто не такой быстрый. Уплывай, уплывай, дебил. Я дверь не мог открыть никак. Нельзя, чтобы затопило этот станцию. Закрой за собой. Да. Откройте дверь. Жесть. Ай-яй-яй-яй, тут какое-то говно плавает. Уплываем. Господи. Там, слышишь, как у них реактор пикает, да? А нам бы чуть повыше подняться, кстати. Ой. Ой. А мы не в ту сторону плывем. Я вас сейчас обрадую, тут говно плавает. Господи, хоть бы не рвануло. Я думаю, на безопасное расстояние безопасное. Мы со сторонки будем с пушек наблюдать. Да. Когда отобьемся. Офигенно. Здесь оставлю. Надо помогать. Офигеть, кто? Жесть. Что происходит? Да, у нас там. Ребят, все... если мы упадем на них, это будет очень плохо. Флаг, возможно ли всплытие? Ну, зачем? Ну, всплываем же. Мы чуть-чуть бы стоило бы. Мы ждем шоу. Так как по мне стоит немного приподняться. Да не. Да не, бред какой-то, да? А долго у них там реактор взрываться будет или нет? Ну, если им сейчас пробить перекладины, то все зальет, и он не взорвется. А он не взорвется, да. Давайте ну сейфа, кто пойдет проверит. Я уже побежал. Земля пуховиком. Так, мы, кстати, приближаемся к глубине разлома нашей собственной лодки. Мы на 500-460, ха-ха. Ага. А тут все хорошо. А, тут всего два стержня, ё-моё. Он задымил! Он задымил! Ребят, может чуть повыше? Флаг! Нужны еще два стержня, можешь вытащить? Опа. Иди стопни пока реактор, чтобы пока я плыл, он не взорвался. Он не взорвется. Самый уверенный человек в мире. Не дай бог он рванет. Как его? Вот так вырубил? Я его вырубил. Где я? Где я? Уже в раю, это апостол Павел пожимает руку. Я вообще по факту с одним твалом могу его спокойно взорвать. Я его, по идее, могу сейчас с этим огнеметом поджечь, он рванет. Не надо, я еще два ТВЛ принесу. Вот. Рома, ты снимаешь? Я снимаю. Санечка, снимаешь? Кого? Ну, снимаешь, как еще бахать будет. А вы уверены, что прям да? Да. Оно бахнет. Сейчас я могу. Ты обязан сюда прийти и кое-что забрать. А нет, у меня есть немного места. Раз уж вы говорите, что это конь с тентом. Так, это сливает. Я не уверен, кстати, теперь почему-то то, что он рванет. Именно потому, что я пришел смотреть. Ты прям сюда пришел? Ну, я смотрю с пушки. Пихай остальные стержни, быстрее! Да, уходи. Он затапливается. Ты оставил решетку открытой? Ты засунул? Меня поток воды смывает, слаг! Ребят, вас Фукусима ничему не научила? Нет. Меня будто поток воды не выпускает. А что делать? А, мы погружаемся. А! Хреново. Мне пойти стопнуть? Да. Я не стопну, он горит. Я его сейчас водой залью. Выплывай через правую часть, выплывай через правую часть. Я слышу, как что-то... Это ваш реактор там орёт? Да, это реактор орёт. Быстрее, блин, ты выплывешь, нет. Я закрыл. Надо еще этот закрыть. Надо. А то сейчас реактор затопит. Закрой, пожалуйста. Закрыл.
меня смыло кривое давление. Офигеть. А чё с лодкой? Вот именно что. Офигенно. С лодка. Офигеть. Слаг, я тебе руки оторву за такую лестницу. Спасибо. Я уплыл. Когда бабах? Пора. Пойди. А чё мы так близко, кстати? Я же говорю, мы опускаемся. Давай. Что там, бабахает? Нет еще. Если бабахнуло, мы бы опять погрузились. Тихо, тормози, ты выйдешь. Не наш реактор, а? А я не знаю. Ой, жесть. Хороший вопрос. Куда ты? А че? Че нас грызет? Нас грызет? Грызет. Где? Мы приземлились на них. Вода откачивается, все, я залатал сверху две дырки, вода откачалась везде. Впереди две чушки. Хоть твари. Минус один. Ясно. Иду. Мое окно прогрузили, собаки. Слаг. Слаг, там реактор горит, а мы лежим прямо над ним. Ничего страшного. Мне кажется, нет. Страшно очень даже. Я вижу, как там стенки плавятся. О чем? Я вижу, как там стенки расплавились. Там что-то опять... Ребят! Нам просто потолок прогрызли. Да. Ребята, меня сейчас едят. Приятно. Блин. Ты можешь сдохнуть просто, тварь поганая? Спасибо. Убил? Да. Надо чуть-чуть приподняться. Сейчас надо заварить все, что там сверху. Там автопилот стоит. Если воды не будет на корабле, он автоматически нас поднимет туда. То есть мы затоплены? Нет. Угу. Да. Верхний отсек. Офигенно, да. Ё-моё, неплохо. Чиним. Блин, мы можем пропустить взрыв их реактора. Чё насрать? Вон, походу, не будет. Могу пойти проверить. Давай. Пойду проверю. А закрой за собой люк, когда будешь вплывать, чтобы не затапливал реактор. Ребят, запомните просто... меня молодым. Хорошо. В ожидании взрыва реактора. О, Фрум, кстати, я тебе там кое-что спер. Ребята, вы не... Тут такая подобная классная. Реактор горит. Ну? Я перед ним. Ну, смотри, он именно горит? Я не буду одевать эту маску, спасибо. А нафиг я тогда оттуда стырю? Пусть валяется Фром, на корабле. Фром, ага. Я, кажется, превьюшку нашел. Хорошо, съедишь потом, я с удовольствием. В смысле потом? Или сейчас. Сорян. Так. А какие бабах, бум, бам, бэм? Туда не будет. Короче, Фрум, сейчас я оттуда трупы оттащи, и превьюшка будет. Хорошо. Там не рванешь? Я его потушил пока что. А. А че это там дергается на крыше у тебя? Радуйте. Ты можешь не гореть, пожалуйста? Там тушители есть. Либо пойди отключи подачу кислорода. Надо я как-то пошел смотреть. Надо от трупов избавиться и превьюшку делать. Звучит-то как. А мы, кстати, уплыли. Рум, там это останови подлодку. Сейчас. Пожалуйста.
Да нет, мы на месте. Ну, чуть-чуть плаваем. А, ну. Сейчас автопилот сниму. Фром, будешь с нами стоять? И смотреть на эту дичь? Зачем? По факту. Вообще, лучше бы, если бы один из нас стоял. Потому что Ники потом вырезать Фрум говорит тяжело. Я убежал. Можешь, если что, через дверь наблюдать. Офигеть, она сплошная. Если через кусок металла бы наблюдать. Можно как-то чат закрыть? Да. Ой. Ой. Это нормально. Ой. Дальше сам. Почему? Вот так. Я, о, пожалуй, блин, с подлодки наблюдаю. Что? Ром, не настолько близко, мне кажется, надо быть. Ну сейчас лаг выплывет, и мы поднимемся. Да пипец. Я эти ваши лестницы просто в аду видал. Почему у нас щитки сломаны? Короче, Фрум, на скрин, потом мы приезжаем для превьюшки. Хорошо, спасибо. Так, беги оттуда, дебил. Что? Видите, надоело? Оно... А мы куда уплыли от него? Оно не взрывается. Поймите, если бы оно взрывалось, меня бы уже здесь давно не было. Тормози, 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 тормози! Ой. А, не, нормально. Короче, я считаю, нужно ядерную бы головку туда кинуть. Нет, у нас их так мало. Тоже верно. Пец. Ребят, Слак, хотите посмотреть, как реактор горит? Мне это нормально. Оттуда. Но он не хочет взрываться. Да и черт с ним, что нам сделать вообще надо было здесь? Какие у нас дальше задания? Ну мы маяк, по идее, активировали. Ну все, тогда валим. То, что его сейчас оторвет, нас не волнует. Так уж и быть, заберут Вэлла. Нам же еще нужны Твэлла? Кто это? Топливные стержни для реактора. Да нафиг нужны. Пусть там горят. Кстати, Слак оттуда не выплывет. Почему? Ну, вернее, выплывет, но ты к нам не заплывешь. Фрум, надо подняться немного. Да нормально. О, тормози, тормози, тормози. Спасибо. Я не попал. Тебе вот сюда. Дальше чмо волосатое. Тебя сейчас раздавят. Ну я посмотрел, как... Что это было? Мое удачное руление. Короче, на тебя автопилот. Педалирование. Чьи щитки стоим? Так в Apex что-то захотелось жестко. Ну, понятное дело, то, что как бы Titanfall 2 лучше, но... Так, что у нас? О, нормально. Что у нас там дальше по заданиям, если они есть? Доплыть до... Точка говна. Чего, блин? Ну, это реально, это просто точка в море контрольная для перехода между локациями. Ну, давай. Ну, плывем. Нам будет потом до сохранения. Там сохранение будет. А, хорошо. Блин, Кожелос капитан, конечно, классный. Была бы ты еще бутылка рома. Йо-хо-хо. Че это полетело по всему? Чего, блин? Это я очень быстро остановился просто. У нас корабль просто очень быстро разгоняется и очень быстро тормозит.
А всплывает как говно. Позитивно. Особенно учитывая то, что на фоне что-то рвануло. Угу. У нас тут в двигательном отсеке фигово все. Ой. Ребята. В смысле, ой. Давай без ой. У меня свет погас. Сейчас. А, ну это бывает. Что я бывает? Думал, что это серьезно. Мы сейчас в шпиле врежемся. Я, кстати, еще один отличный гаечный ключ нашел. Супер. Кстати, ребята, если мы в этом месте потеряли бы движок от какого-нибудь молотоглава, который сейчас сверху, то мы бы упали на глубину, на которую нас просто раздавило. Отстреливайтесь, пожалуйста. Пока не починю. К сожалению, мы немного быстрее. А. Что там происходит? Что за перебои, блин? Найн с кристаллы бьют. Что происходит? Ёп, что? О, завелась. Я в кристалл попал просто. Ух ты! О, меня перелом. А вот это нехорошо. Он растет быстро. Поставил новый стержень. Угу. Ага. Мы тут проплывем? Иди этот. Парь. Плавай. Ну, типа, по идее, сзади до сих пор. По идее. Но я его не вижу. Ни с верхней, ни с нижней пушки. Те уже пробоины, какого фига? Сзади. Так. Сзади что-то бьет. О, да. Ребят, заходите на нижнюю камеру, вы офигеете. Не, меня сейчас верхняя интересует. Нет, не интересует, там нет никого. Нижняя? Я уже уплыл. Вы, к сожалению, не увидите этот косяк рыб, который я видел. Там вот такой косяк в больших шипах стаев. Позитивно. Я тоже так посчитал. К сожалению, я выключил сонар, они нас не заметили. Если хотите, можем вернуться, прямо на них влететь. Спасибо. 200 метров до точки в море. Спасибо за отключение меня от сети корабля. Это чтоб ты сонар не включал. А если мы сначала выстрелим из релизатрона по аванпосту, а потом к ним решим пристыковаться? Ничего не будет. Аванпост не является прогрузной частью карты, пока мы этот не стыкуемся. Очень жаль. Мы приближаемся к горту на Флексус, температура задавление. Температура за бортом минус 20 градусов, давление превышает. Все допустимые ожидания и нормы. По факту. Фух. Флексус, активировали маяк просто шикарно. Да. Да. Ну что ж, думаю, это самое как раз будет то, чтобы серию закончить. Как раз сохраняшечка-то прошла. У нас даже корабль в неплохом состоянии к тому времени, как мы сохранились. Что удивительно, но все же. Ну и что, получается, бобра всем? Да, сейчас мы прогрузимся, посмотрим, что, где мы оказались. Недалеко плыли, если что. Мне кажется, такие, блин, у нас сейчас и будут перебежки. Мы две зоны за одну серию за ей только смогли проплыть. Раньше у нас сколько за серию получалось? Не за поменьше. Один. В первых сериях мы вообще по ноль зон успевали проплыть. Активируйте этот пикон. Надо пойти и пикон активировать. Ладно, ну это будет уже в следующей серии. Все, ребятушки, спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра, всем ладушек. Всем пока. Адио.